Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостем буде Давид Шубладзе, лікар-хірург, кандидат медичних наук. Вітаю вас. Щойно можна сказати, відсвяткували черговий день незалежності України. Проходили урочистості не лише в Одесі, скажімо, по всій країні. Кожне місто хотіло показати, як святкує цей день. Можна підвести підсумки, так, якісь? Ви теж, мабуть, замислювалися над тим, чого досягла країна за часи незалежності. В першу чергу всіх телезрителей, вас з прошедшим праздником, з Днем Незалежності, з днем рождения нашей неньки, нам уже 29 лет. Определенные итоги можно, конечно, подвести. В этом году мы участвовали, представители нацкорпуса тоже, в праздновании Дня Независимости. Началось все с Дня прапора, когда мы растягивали 29-метровый прапор на Потемкинской лестнице. И затем на День Независимости устроили автопробег, в котором, к моему радостному удивлению, присоединились горожане. Больше 100 машин, около 150 автомобилей было. Проехали по Приморскому бульвару, по центру города, по Французскому, к площади 10 апреля. Все с национальными символами. И больше всего радовало в этом то, что горожане, которые ехали навстречу, шли, все очень добродушно отзывались, махали руками, сигналили. Прошел в очень дружественной, приятной атмосфере. В День Независимости прапора встретили уважаемых людей. Вакарчук дал небольшой концерт, который пришел поздравить. Олега Сенцова встретили на Потемкинских сходах. То есть в целом праздники прошли. Не говоря уже о вышиванковом фестивале, который прошел в центре нашего города на Приморском бульваре, где можно было. Я лично дочке приобрел очень красивую вышиванку. Вот, себе, дочке. Поэтому очень понравилось в этом году. Вы знаете, за эти годы, скажем так, дуже багато змінилося. Країна пройшла нелегкий шлях і досі проходить. І іспит сьогодні найважчий на незалежність, скажем так. Ми знаємо, що відбувається, скажімо так, на Донбасі. І це, знаєте, теж такий дуже болючий момент. Але як країна змінилася? Щось стало, можливо, не так, як було, в негативному сенсі. Щось стало на краще. Так, от, на що б ви звернули увагу сьогодні? Що сьогодні нас, змінює, відрізняє від інших держав? По моєму личному мнению, 29 лет назад нам независимость далась относительно легко. Ми нічого не потеряли, ми її отримали практично як подарунок, так? Все радовались и так далее, но наши правители за время умудрились растерять весь ядерный потенциал, отдать его за какие-то бумажки, которые, как оказалось, ничего абсолютно не стоят. Затем отдали флот Черноморский, потихонечку распродали армию и так далее и тому подобное. Не то, что распродали армию, поставили военных в такое положение, когда на зарплату невозможно было прожить, и они просто уходили. И вот по нисходящей мы развалили до 2014 года, да? Когда к нам в двери постучалась война, когда стал опять вопрос о нашей независимости, и тогда вся страна встала в штыки, да, началось дичайшее волонтерское движение, благодаря которому на первых порах мы остановили агрессора у своих восточных границ, и потихоньку мы начали двигаться вверх. На данный момент наше достижение – это наша армия, одна из боеспособнейших армий. Постоянно мы пополняем и технику, судя по тому, что нам рассказывают, да, РНБО, и ракеты. У нас полный цикл самолетостроения, ракетостроения, поэтому нам есть куда стремиться. И слава богу, в этом плане сейчас наша армия, по крайней мере, смотреть, если парады, которые были до 2018 года, да, очень на высоком уровне. И мы прекрасно это видим, что мы остановили такую потужную армию.
на восточных границах. Дальше они не прошли. Мы помним Донецкий аэропорт, когда наши добровольцы, военные держали оборону 240 дней, никакими оружием их не могли оттуда выбить. Поэтому я считаю, кроме этого, у нас достижения. У нас есть теперь своя церковь украинского патриархата, Украинская православная церковь. У нас наконец-то защитили наш язык, державную мову на законодательном уровне. Много положительного есть в этом плане, поэтому есть чем гордиться. Но так, есть и куда расти. Так, знаєте, як то кажуть, що ми сталися сильнішими, і знаєте, є таке, ну, така фраза, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Так. Ну, давайте вже безпосередньо поговоримо про Одесу, про те, що відбувається сьогодні. Відбувається дуже багато чого прикрого, навіть незважаючи на те, що виграються якісь там судові справи. Але зупинити сьогодні дуже важко там і забудову незаконну, і те, що сьогодні руйнується історичний, історична частина міста і багато-багато чого іншого. Ми лишаємося без там стадіонів, якихось майданчиків, парків, прибережних смуг. Тобто от кожного разу одесити Одеса втрачає. І ніякі там салюти, виступи про те, що там щось, перерізання якихось там стрічок, воно нічого за собою не несе, тому що через деякий час, от, не будемо далеко ходити за прикладом, той же будинок Руснова, який вже там якісь тріщини з'явилися, і сьогодні вже будуть розбиратися, як же там так проходив той ремонт, який так помпезно відкривали цей будинок, бо ж сьогодні вже потребує в 5 якихось робіт. Отже, давайте згадаємо про тенісні корти, так, колись лише б там почались розмови, і всі, дуже, не всі, там дуже багато людей говорили, от побачите, прийде час, і там буде якась нова забудова. От прийшов той час, коли там вже з'явився паркан. Я так розумію, і одесити, ну, знають і бачили, бо знімали і показували, національний корпус, він зніс там паркан, так? Так. Тобто робиться все для того, щоб там, щоб не втратити корти, щоб там не з'явилася нова будова. Абсолютно правильно. По нашей информации, которая не только у нас, прекрасно одесситы знают, есть уже реклама о том, что продаются квартиры, даже известна стоимость, там вот $1800 квадратный метр, который, дом, который должен быть построен на месте этих кортов. Хотя по документации все чисто, мы ведем реконструкцию кортов детских. Появился уже паркан, забор вокруг этих кортов, завезено туда стройматериалы. Поэтому устроили такую акцию, чтобы привлечь внимание, чтобы остановить это строительство. Чтобы люди понимали, все прекрасно видят, что нацкорпус, если он за что-то берется, он никогда этого не отпустит. Да? Просто так. Поэтому если мы свое внимание обратили на корты, то и благодаря, в первую очередь, кстати, жителям, которые рядом живут, которые подают эти сигналы положительные, которые пришли нас поддержать сами на этой акции, в первую очередь благодаря местным жителям. То есть по документам у нас имеется одно, да, реконструкция, потом в один прекрасный момент приезжается техника, забиваются сваи, выгоняется фундамент, и ты уже никакими судами, да, будет решение суда о том, что это незаконное, но сносить никто не будет, потому что это никому не интересно. Угу. Деньги заплачены, все обелечены, и мы строим дальше. Тем более потом подтянутся брошенные вкладчики, которые уже купят, успеют на тот момент купить квартиру, и получится коллизия законная, да, и эти люди, которые вложат деньги, они добропорядочные вроде бы как. Ну и стройка незаконная, но надо закончить, потому что есть уже вкладчики, которые заплатили деньги за квартиры, которых, по идее, не должно существовать. Поэтому та же самая картина сейчас происходит с домом Гоголя. Кстати, сегодня у нас была акция. Гоголя 8. Да, абсолютно правильно. Была акция. Мы обратили внимание на дом Гоголя еще в 2018 году, когда глава нашей партии Андрей Белецкий был еще народным депутатом. И он делал депутатский запрос на нашу мэрию. Тогда ему ответили на многих страницах, что занимаются этим вопросом, будут
посланы запросы в прокуратуру, в полицию для того, чтобы определить, чья частная собственность есть в этом доме, и затем решить этот вопрос для реконструкции. Но с 2018 года абсолютно ничего не сдвинулось с места, и на сегодняшний день мы имеем последний исполком, который состоялся буквально неделю назад, на нем решили законсервировать на какое-то определенное время или неопределенное время. Мы с вами прекрасно понимаем, что консервация к чему приведет. Там уже на самом деле выезжали, комиссия выезжала, были журналисты, крыша рухнула, рухнуло перекрытие последнего этажа, остались стены. Да? И когда начнут рушиться стены, ни о какой реконструкции или реставрации, как это правильно, нам нужна реставрация, чтобы сохранить полностью аутентичность данного здания. Ни о какой реставрации не будет идти речь, признается здание полностью аварийным, не подлежащим реставрации, снесется, вырастет очередная многоэтажка или что там, центр какой-нибудь торговый. Все это мы видим на примере, множество примеров можно придать. Поэтому Нацкорпус сегодня проводил акцию, я как представитель данной партии. Мы хотим, чтобы, да, консервация, возможно, она необходима для того, чтобы приостановить разрушение, но основное – это решить вопрос с реставрацией. Нам сегодня пообещали в горсовете о том, что готовятся полностью документы параллельно с реставрацией и консервацией. То есть сперва законсервируют, но уже есть проект реставрации. Вроде бы нашли людей, которые являются частными владельцами. Там два человека, муж и жена, быстренько сделали 11 лет назад в СМД, которая вместо того, чтобы быть балансодержателем, ничем не занимается абсолютно, и здание потихонечку разрушается. Хотя памятник архитектуры и их прямая обязанность содержать его в надлежащих условиях. Но никто ничем не занимается, и в этом смысле власть могла бы подать какие-то судовые иски, да, для того, чтобы забрать на свой баланс этот памятник архитектуры и заниматься. Но у нас не могут найти, к сожалению, долго не могли найти, кто властник. Сейчас вроде бы нашли, они не против того, чтобы произошла консервация, затем реставрация данного памятника архитектуры. Ви кажете, вони не проти. Ну, вибачте, коли вони ставали власниками пам'ятника архітектури, там повинні були підписані, ну, як я розумію, якісь документи, де у них повинні були бути, ну, прописані якісь обов'язки, так? Якщо вони довели будинок до такого жахливого стану, то вони вже сьогодні не мають права, я так розумію, за законом голосу. Тобто вони не виконали все, що там прописано в тому договорі, то яким чином вони сьогодні власники? Це теж питання, так, до влади, так? Чому не переглянути? Чому вони залишаються власниками? Ви ж розумієте, когда зажигаются звезды, значит, кому-то это выгодно. Да? Если появилось два человека, которые выкупили там 1/10 часть в частные руки, затем сделали ОСМД, им позволили это зарегистрировать, и вот уже 11 лет они ничем не занимаются абсолютно, несмотря на давление извне, из Киева, и местные громадские организации, местная власть вроде бы на них давит, да, но они абсолютно ничем не занимаются. То есть, по идее, должны подготовить пакет документов, если ОСМД не выполняет свои обязанности, это же памятник архитектуры. Тут других вариантов нет. Есть законы о защите памятников архитектуры. Тогда передавайте его на баланс города, и город уже будет решать эти вопросы. Но мы видим, что последнее было депутатское извернение в 2018 году. Отписка была там чуть ли не двухтомник, да, и дальше опять никуда не сдвинулось. Сейчас перед выборами этот вопрос опять поднялся, но мы опять же не делаем реставрацию, мы делаем консервацию с неопределенным сроком. Наша основная задача, да, консервация нужна, чтобы не разрушить дальше, но срок должен быть четко определен, должна быть проектная документация для реставрации, а уже потом, когда все это начнет, тогда мы уже будем смотреть, чтобы не было так, как с домом Брусова, у нас в городе выигрывают 1-2 фирмы, тендеры, и потом сдают уже с трещинами. Такого не должно бути. Ну, от національний корпус, скажімо так, взяв під захист, можна так сказати, будинок на Гоголя 8? Під пристальне внимання. Так, так, скажімо так. Тобто буде слідкувати, як буде проходити консервування, так, цього будинку, і яка там доля буде спіткати його далі, так? Ну, якісь терміни вже, ну, оголосили,
щоб знати, що, наприклад, там, до кінця вересня треба законсервувати будинок? Сьогодні, коли ми прийшли під здание мерії, нам сперва сказали, що нет нікого із заступників голови, вони всі займаються підйомом Делфі. Потім, вроде би, один із заступників з'явився, пустили трьох представителей нашої партії во главі з Сергієм Варламовим, главою нашого нацкорпуса Одещини. Вот. І йому пообіцяли, що на протяжении місяця буде полностью проектная документация на консервацию с последующей реставрацией. И нам обязательно покажут всю эту документацию. Она будет доступна всем жителям нашей Одессы. На самом деле ситуация такая интересная, да, вы все прекрасно знаете, по всему миру где-то туристические какие-то тропинки, кто-то уронил платочек, и мы делают из этого большой памятник, вот здесь когда-то там царица проезжала, там туфельку уронила, и вот вырос памятник. У нас есть реальные памятники, их не так много осталось, есть памятники архитектуры, памятники, в которых трудились великие люди, мы должны это придать этому нормальный эстетический вид, сохранять это, и это будет только увеличивать туристопоток в наш город, и это будет нашей визитной карточкой. У нас много визитных карточек. Я тільки хотіла сказати, що архітектурні, скажімо так, шедеври, їх можна так називати, саме на них приїздять туристи дивитися, ходити центром міста, вдихати цю історію, слухати там різні розповіді про, скажімо, про той чи інший будинок, а в Одесі є чим пишатися, є про що розказати. Стільки відомих людей, які внесли дуже великий, скажімо, внесок і в Одесу, і не лише, скажімо, вони відомі навіть за кордоном, але вони народилися в Одесі, як ви кажете, там жили в цьому будинку, а там в цьому вони там зупинялися чи ще щось. Тобто от дуже неприємно, це, мабуть, не те слово, коли от ти дивишся і воно все руйнується. От ми там дуже часто говоримо, і влада говорить про там ремонти фасадів, так? От ми кажемо фасад. А що за фасадом, сьогодні мало хто каже, так? Можна там підфарбувати, щось там зробити з фасадом, але ж підходити до цього треба комплексно, так? Якщо вже робиться фасад, то треба, щоб за фасадом все було в порядку, тому що те, що там, воно и руйнует цей фасад через деякий час. Абсолютно правильно. Если у нас нет крыши, есть подтекание, фасад мы можем отремонтировать, будет здание рушиться изнутри, и рано или поздно оно проявится, и в том числе на фасаде, либо совсем даст осадку, трещины и так далее, либо будут какие-то другие проблемы. По поводу памятников архитектуры не надо далеко так ходить, в плане того, что мы сами их разрушаем, да, городская влада. Дом-стена в Воронцовском переулке. С каких усилий стоило, я сколько своих знакомых, приезжающих в наш славный город, проводил со стороны Приморского бульвара, показывал этот дом, все были в захвате, пока не обходили. Ну и что стоило того, чтобы остановить строительство этого кирпичного убожества с левой стороны, которое полностью испортило бы этот памятник архитектуры, незаконного строительства и так далее. Сколько акций тогда проводило? Да. Прекрасно помнить. И таких примеров у нас, к сожалению, масса. Да? Вместо того, чтобы реставрировать фасады всех наших, всего старого города Одессы, мы занимаемся абсолютно другим. Так. А если начинаем реставрировать, то каким-то магическим образом цены на данные услуги у нас несоизмеримые по всей Украине реставрируют. И в Киеве где-то старые реставрируют, но у нас цены в 2-3 раза почему-то больше завишаються, чим по всій Україні. Так, цінники вони такі, вони дуже високі. Але знаєте, як то кажуть, цінники високі, а фахівці знають, якщо придивитися до тих матеріалів, вони не коштують цих грошей. Ну, тому, мабуть, і ці фасади не довго існують в тому вигляді, в яких вони там, коли ліси прибирають, так, і ми дивимось, ну, красиво, так, а через деякий час там вже нічого майже не залишається. От тому що воно по ціннику одне, а на самому на ділі воно все набагато дешевше. Ну, я так розумію, що є плани, є якісь думки, чим ще будете займатися, що планує національний корпус. У нас, в принципі, все це прописано, якщо зайти на наші сайти, страниці в соцсетях. Все це прописано, ми абсолютно ніколи не скриваємо. Все, що ми беремо,
пляжи, Сосновый берег, например. Будем заниматься Сосновым берегом. Корты, если мы уже за них взялись, мы их не отпустим. Также точно дом Гоголя. Мы там были, сегодня проводили акции. У нас есть юристы, которые проштудируют полностью всю эту документацию. И раз мы взяли уже под свое крыло, мы не отпустим. Мы всегда открыты, о своих акциях мы предупреждаем, но если мы берем, попадает в наше поле зрения незаконное строительство, то дальше оно никуда не уйдет. А все равно его нет. А ви можете навести приклад того, що от ви взялися, наприклад, так, от за якусь справу, і на сьогоднішній день вона вже доведена до кінця? Справа до кінця, Чкаловський пляж, наприклад, він до сих пор відкритий. Пытаются его все время закрыть, но до сих пор... Но вы спостерігаєте, так? Дуже уважно, дуже уважно. Не только пляжи, либо домостроения. У нас также есть активисты в нашей команде, которые занимаются освобождением, можно так сказать, заключенных животных. Вы все ходили по Дерибасовской, видите, в каких катастрофических условиях привязанные цепями эти бедные птички, ослики, лошадки, которые садятся, катаются. Я прекрасно понимаю, что если бы не было спроса, не было бы такого предложения. Я принципиально никогда не фотографируюсь, не потому что я не люблю животных, а потому что, чтобы меньше было спроса, и может когда-то этих животных отпустят. Эти катания, когда лошади падают прямо посредине Дерибасовской, да, без сознания, когда птицы умирают прямо на скамеечках, привязанные к этому. У нас есть активисты в нашей команде, которые освобождают. Сегодня, кстати, в очередной раз отпустили редкую птицу, занесенную в Красную книгу, в естественную среду обитания. Это очень большой плюс. Ну, я так розумію, це ж дається нелегко, так? Дуже нелегко. Во-первых, не всі хазяїва хочуть віддавати цих птиць, хоча ніяких документів фактично на них зачастую не буває. І ще велике питання, як вони, де вони взяли цю тварину, так, так скажімо, чи птаха. Тобто це теж до наших правоохоронних органів велике питання. Ну, треба сказати, що коли визиваємо правоохоронителей на місце, то, в принципі, особих палок нам в колеса, по крайней мере, не ставят. Более-менее все в законном русле. Доставляются в отделение, выясняют, есть ли нет документы. Потом защитники, либо представители парков приходят, забираем, отпускаем в естественную среду обитания. Если необходима какая-то помощь ветеринарная, то ветеринары оказывают помощь. То есть у нас работа команды, у нас в команде на самом деле очень много людей. Зоозащитники, юристы, медики, экологи. Все вопросы, которые к нам поступают, обычные граждане задают и просят помочь, мы никогда не отказываем. Тобто це все фахово, так? У вас так. Є фахівці, кожен які відповідає за свою ланку, скажімо так. Так. І я так розумію, що Національний корпус сьогодні відкрита команда, що одесити можуть звертатися з питаннями, яких їх турбують, і там є юристи, ви вже казали неодноразово, які розбираються в тій чи іншій там ситуації. Вона відкрита, не просто відкрита, а відкрита з усіх сторон. Ми готові не только принимать какие-то жалобы или предложения от одесситов, но мы готовы, как первая платформа, которая создана, проукраинская платформа, городская платформа, мы готовы работать с людьми, которые готовы двигаться в нашем направлении. Открытая полностью площадка. Тобто можуть приходити, да, приєднуватися до нас, до співпраці. І разом, як то кажуть, робити, подолати, скажімо, і разом робити Одесу ще більш ще краще, ще більш містом, так. Вона повинна бути настоящей жемчужиною. Да, місто повинно бути щасливим, а щасливе місто – це насамперед щасливі люди, які тут мешкають, люди, які приїжджають, вони теж повинні відчувати себе захищено, комфортно, і бачити, що це місто люблять і пишаються ним. Самі одесити люблять і готові за свій город постояти. Тому основний лозунг, який у нас є, – це «Защитим Одесу», «Захистимо Одесу». Так і є. Ми намагаємося захистити Одесу з усіх напрямків. Дякуємо вам за участь в програмі. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Наодинці з усіма» був лікар-хірург, кандидат медичних наук Давид Шубладзе. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.